жизнь становится вкуснее. Компомос. Каким бы ты ни был, чего бы ни хотел от жизни, все может сбыться. Лишь сохрани самое дорогое – себя. И это проще, чем кажется. Сделай то, что в твоих силах. Как важно быть защищенным. Их осталось несколько сотен. Они никогда не имели письменности. История исчезающего народа Нгоносаны и знаменитой шаманской семьи в фильме «Рисованное железо Ня». Завтра в 23:35 смотрите документальный сериал Леонида Круглова «Диалог со всем миром». Они добывают информацию там, куда нет доступа. Для них снимают гриф секретности спецслужбы и генеральный штаб. Они всегда появляются там, где их никто не ждет. Им доверяют, им угрожают. Они раскрывают тайную суть происходящего. Их информация достоверна. Их выводы объективны. Их девиз — «Никто, кроме нас». Специальное подразделение телеканала РЕН-ТВ выходит на связь каждое воскресенье в 13:15. Смотрите авторскую программу Игоря Прокопенко «Военная тайна». Хороший денек. Да. Эфес Пилсенер. Лучше не бывает. Теперь есть спрей, достойный называться Old Spice. Old Spice. Всегда на пределе. Мне пришлось отказаться от обычного мыла, мне надоело. Кожа после него сохнет. Вот эти мелкие морщины вообще сразу обостряются. Когда я впервые попробовала Дав, я подумала, этого не может быть. У меня кожа как бы осталась такой же, как вот если бы там был крем. Дав на четверть состоит из увлажняющего крема и содержит нейтральные очищающие компоненты. Я потом потрогала, кстати, свою щеку и щеку моей дочери, и оказалось, что я приближаюсь. Петр Андреевич, новую мануфактуру наладили? Да, господа, работаем потихоньку. Потихоньку? Да лучше вас сукна во всей России не сыскать. Сибирская корона. Пиво, способное удовлетворить самый взыскательный вкус. Петр Андреевич, не желаете ли парк? Нет, господа, простите великодушно, качество не моей мануфактуры. Фамен представляет конкурс «Охотники за удачей». Смельчаки и авантюристы. Фамен дает шанс каждому, кто готов рискнуть. Победителя ждут захватывающие приключения на острове в Карибском море. Фамен – желание свежести, аромат приключений. Отправь анкету участника до 23 февраля. Подробности в газете «Спортэкспресс» и на сайте famen.ru. Когда вы едите, особенно это касается сладкой пищи, образуется очень большое количество кислоты. Защищать себя организм в кислых условиях никак не может. Вот когда вы жуете орбит, выделяется большое количество слюны. Эта слюна смывает вот эти вот остатки кислот. Раз меньше кислоты, соответственно, щелочной баланс выравнивается. Поэтому орбит очень полезен. Кроме того, он очень вкусный. Стоматологи рекомендуют орбит. Вы думаете, что в холодное время года вам не нужна защита от пота? Вы ошибаетесь. Именно сейчас вам необходим особенно эффективный антиперспирант. Такой, как новый роликовый антиперспирант Rexona Oxygen. Посмотрите, он защищает от пота значительно лучше, чем любой обычный твердый дезодорант. В течение всего дня
В любую погоду вы будете уверены в себе. Rexona Oxygen никогда не подведет. Мы стремимся выбрать лучшее, выбрать безупречное качество. Пиво Солодов. За качество отвечаю. Вася, я тоже хочу Лейс. А? Я мигом. Я забыл, какие твои любимые. Чипсы Лейс. Захрустишь, не устоишь.